Константин Маковский, русский художник второй половины XIX столетия, активный член товарищества передвижников. Он много изучал жизнь предыдущих веков, с особой скрупулезностью относился ко всему, что касается обычаев простого народа, их обрядов, верований. Святочные гадания, картина Константина Егоровича Маковского, посвященная старинному девичьему обычаю испытывать свою судьбу в период между праздниками Рождества и Крещения. По поверью, именно в это время можно узнать, кто станет твоим суженым. Художник создал удивительное изображение. В нем нереально много света. Все пространство маленькой горницы пронизано лунными лучами из окна. Горящие свечи смешиваются с ними, и поток приобретает теплый, мягкий оттенок. Не верится, что на дворе ночная пора. В самой темной левой части спит старая бабушка. Тут сосредоточились холодные тона. Для старушки ожидания и мечты уже в прошлом, в отличие от любопытных девиц в центре комнаты. Они считают зерна, которые клюет петух, стараясь узнать, смогут ли выйти замуж в новом году или придется ждать до следующего. Одна из героинь грустно сидит над чашей с водой. Видимо, ее попытки погадать на воске не принесли желанного результата. Большое внимание к деталям, свойственное Маковскому, заставляет внимательно вглядываться в изображение. Словно перед нами приоткрыли завесу тайны, позволили проникнуть в помещение, обычно недоступное постороннему глазу. Зритель поневоле втягивается в происходящее, начинает сопереживать молодым особам. Святочные гадания – характерный образец живописи, в котором, как и во всем своем творчестве, автор смог отобразить живую сцену, одновременно реалистичную и мистическую. С достоверностью, свойственной его работам исторического жанра, он воссоздал каждый элемент костюмов и бытовой обстановки. Картина «Святочные гадания» Константина Егоровича Маковского наполнена эмоциями, стремится к импрессионизму, оставаясь одновременно реалистическим видением старины. Работа знаменитого певца эпохи занимает достойное место в музее религии.